О том, что Ульяновская область выбрана площадкой проведения 11-го съезда Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации, объявили 1 марта на отраслевой конференции в Казани. Для региона большая честь принимать столь крупный и серьезный молодежный форум. Федеральное агентство по делам молодежи давно сотрудничает с Ассоциацией молодежных правительств Российской Федерации. В общем-то, второй день съезда, но, видите, лица воодушевленные, люди настроены на практическую работу. От сегодняшнего дня мы ожидаем хорошей беседы с экспертами в первой половине дня. Сейчас меня также пригласили в качестве эксперта, мы соберемся, побеседуем о задачах молодежной политики. Во второй половине дня руководители региональных ассоциаций молодежных правительств будут между собой обмениваться опытом. Главная тема для обсуждения на съезде – молодежная политика, поддержка молодых специалистов, обсуждение новых проектов. Молодежная политика сегодня, она должна направлена не только, чтобы молодежь опекать, им создавать тепличные условия. Мне кажется, здесь нужно наоборот создавать условия для того, чтобы молодежь умела выживать в нашем обществе. Их профориентация, их подготовка, чтобы они были востребованы, конкурентоспособны. Вот это, наверное, новое, то, чего не было в комсомоле, мне так кажется. Для участия в съезде в регион прибыли представители молодежных правительств из 72 регионов России. Такой съезд, во-первых, на нем подводится рейтинг Ассоциации молодежных правительств по итогам работы за уж прошедший год. Таким образом, мы выделяются лучшие молодежные правительства, и остальные имеют возможность перенять опыт, чтобы в следующем году стремиться к таким же результатам. Кстати, в прошлом году Ульяновское молодежное правительство стало лучшим в России. Это и стало главным поводом для проведения съезда на Ульяновской земле. К тому же инициативу поддержал губернатор Сергей Морозов. Глава региона открыл пленарное заседание. Мы делаем все, чтобы Ульяновскую область можно было по праву называть территорией возможностей для молодежи. За достаточно короткий срок мы создали, на мой взгляд, одну из самых уникальных систем работы с молодежью, которая функционирует по как отраслевому принципу, так и в рамках такого, мы называем ее такого, триединства. По поручению главы региона в 2012 году учрежден губернский конкурс молодежных проектов, грантовый фонд которого составляет 1,5 миллиона рублей. Также в области проводятся конкурсы программ межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских общественных объединений, проектов по работе с молодежью в вузах. Предоставляются субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. Целью съезда является не только подведение итогов, рейтинговые оценки деятельности молодежных правительств, но и обмен опытом между ними. Для всех участников также будет организована образовательная программа. Съезд будет работать еще 3 дня, по 28 апреля. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.